Меня зовут Клюпина Елена Юрьевна. Я родилась 27 мая 1974 года. Ищу своих родственников в городе Волгодонске. У меня был отец Клюпин Юрий Георгиевич. Родился 4 января 1952 года. Работал на атомной станции в городе Волгодонске. Был в Чернобыле. Он умер от рака легких. Остался мой брат, у него был сын и жена. Также там проживала моя родная тетя, его сестра, тетя Оля. У нее тоже были дети, но я, к сожалению, не знаю, как их зовут. В общем, если остались в городе Волгодонске Хлюпин или кто-то знал моего отца или родственники, откликнитесь, пожалуйста, или напишите. Заранее благодарна.